С 10 часов утра воскресенья аэропорт Гамбурга, пятый по значимости ФРГ, оказался парализован из-за сбоя в электроснабжении. Остановилось все от компьютеров до багажных каруселей. Все вылеты были отменены, а прилетающие лайнеры направлялись в другие немецкие аэропорты. Причиной сбоя стало короткое замыкание. Тысячи пассажиров были вынуждены отложить свой вылет или воспользоваться железнодорожным транспортом. Но тем, кто уже успел сдать багаж, пришлось отправиться в путь налегке. Вернуть чемоданы пока было невозможно.